Вот уже почти 30 лет жители этой пятиэтажки в Жесказгане не могут приватизировать свои квартиры. В начале 90-х эти дома выдали сотрудникам градообразующего предприятия. Теперь 45 семей могут остаться на улице. Почему они могут лишиться крыши над головой, выясняли мои коллеги. Эта квартира единственная, что Даулету и Айнури напоминает о родителях. Мама и папа всю жизнь проработали на градообразующем предприятии Жесказгана. Но когда их не стало, выяснилось, что дети не могут жить в родном доме. Мы здесь всю жизнь прожили, а теперь появился страх, как будто нас в любой момент могут отсюда выгнать. Если бы знали, что так будет, еще тогда можно было ипотеку взять и за другую квартиру платить, чтобы уже точно нашей была. В похожем положении оказались еще 45 семей, которые с 1992 года трудятся на предприятии. Еще в те годы им выделили жилье на бессрочный период. В 98 году мы получили жилье, даже не жилье, можно сказать, нам дали комнаты просто от предприятия. Своими силами мы все это восстанавливали. Мы хотим как бы выкупить это жилье, но нам вот отписки дают, неоднократно обращались. Жилье всех устраивает. Большинство сотрудников предприятия уже в пенсионном возрасте и позволить себе купить новое жилье они не могут. В предприятии поясняют, что здание находится на республиканском балансе. Квартира предназначена для действующих сотрудников, поэтому приватизация не предусмотрена. Тут бессильны даже местные власти. Мы решили узнать причины возможного выселения людей в Акимате Жесказгана. Почему жильцы не могут приватизировать или выкупить жилплощадь, в которой проживают много лет? И вот, что нам ответили. Если она перейдет в коммунальный жилищный фонд, то, возможно, эти квартиры перейдут очередникам. Этот вопрос остро стоит. Мы сейчас это продумываем и будем принимать все меры для решения вопросов в пользу жильцов, которые проживают долгое время в этих квартирах. Власти города обещают решить вопрос в пользу проживающих жильцов. Но как скоро это будет, неизвестно. Ясно одно, выселять никого не будут. По крайней мере, пока.